Как стало известно вчера, отца поп-короля отечественной эстрады перевели в реанимацию. Певец не может напрямую поддерживать связь с родителем, поскольку тому тяжело говорить. Филипп узнает о состоянии Киркорова-старшего только через врачей. Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится. Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей, сообщил Филипп Киркоров в беседе с журналистами за кулисами фестиваля «Детская новая волна» в Артеке. Две недели назад стало известно, что 88-летний отец короля поп-эстрады Филиппа Киркорова госпитализирован в Москве. Уточнялось, что Бедрос Филиппович попал в больницу из-за нарушения ритма сердца. Сам народный артист Болгарии поначалу опроверг слухи о своем лечении, пояснив, что он находится на даче после прилета из Сочи. Как выяснилось позже, у отца поп-звезды был выявлен COVID-19. Сначала тесты показали отрицательный результат, из-за чего артист не отменил поездки в Сочи. Но после возвращения он сдал анализы повторно. Вскоре Филипп Киркоров поведал, что проблемы с сердцем у родителя развелись на фоне коронавируса. Киркорова-старшего лечили в кардиологическом отделении. Ранее артист высказывал недоумение на тему того, где его 88-летний отец мог заразиться китайской инфекцией. По словам экс-супруга Пугачевой, Бедрос Филиппович редко покидает особняк сына, изредка отвозя внуков в школу. Филипп Бедросович сильно переживает за отца, который в силу возраста имеет риск к ухудшению состояния. Но Филипп надеется, что крепкий от природы организм отца справится с недугом, и уже к Новому году артист полностью восстановится. Примечательно, что Киркоров-младший тоже переболел коронавирусом, но бессимптомно. Причем узнал он об этом случайно, находясь в другой стране.